После Китая и Шри-Ланки контейнеровоз CMA CGM «Урал» последовал в порты Египта, Ливии и Турции. А вчера побывала в румынской Констанце и взяла курс к берегам Одессы. Команда репортера сегодня целый день отслеживала движение судна. Контейнеровоз из Китая уже в 4 часа дня направлялся на 42-й терминал Одесского порта. Хотя компания заявила, что все члены экипажа здоровы, Одесская санитарно-карантинная служба все равно была приведена в максимальную готовность. За 6 часов до захода в порт капитан обязан подать так называемую медицинскую морскую декларацию здоровья о состоянии всех членов экипажа. После того, как судно зашло в Одесский порт, первым на его борт должен был вступить лоцман. Его обязанность – оценить ситуацию на контейнеровозе и принять решение о дальнейших действиях. После этого всему экипажу должны были измерить температуру. В случае, если на судне обнаружится больной член экипажа, в действие приводит оперативный план противоэпидемических мероприятий. 14 дней карантин вся команда. Заболевшего должны будут переместить в специальное карантинное отделение, находящееся при порте или в одном из медицинских учреждений, и потом дальше по развитию ситуации. Одесские портовики просят горожан не волноваться. Говорят, компания-владелец судна предоставила все необходимые документы об удовлетворительном состоянии здоровья членов экипажа. А на рейде моряков и помещения судна проверит санитарно-карантинная группа. Утешает и то, что контейнеровоз перед тем, как прийти в Одессу, побывал в 4 портах, где в случае обнаружения коронавируса инфицированных членов экипажа обязательно бы сняли с рейса и отправили на карантин. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».